труд действительно крут. Из года в год это доказывают бойцы российских студенческих отрядов. В рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант» у здания администрации Симферополя состоялось торжественное открытие республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО». Инициатива студентов вовлекает в себя не только администрацию университета, взрослых, преподавателей, других студентов, но и администрацию города Симферополя. Это лучшее, что мы можем сейчас поддержать и помогать нашим ребятам, только помогать, все остальное они делают сами. Такие акции дают студентам понимание, что они являются частью огромной большой семьи города Симферополя, муниципалитетов, Крымского федерального и вообще молодежи Российской Федерации. «Снежный десант» направлен на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со школьниками, популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди молодежи. На торжественном открытии Крымского студенческого десанта РСО присутствовали почетные гости, представители администрации города и руководство университета. Полвека наши ребята занимаются тем, что делают хорошие дела на безвозмездной основе. Я хочу вам сказать за это большое спасибо. Хочу сказать, что администрация Симферополя всегда рядом с вами, всегда готова поддержать позитивные проекты, которые направлены на что-то хорошее и которые нацелены на помощь прежде всего людям. Для слаженной работы всех отрядов перед началом десанта традиционно провели школу командных составов отрядов РСО, чтобы подготовить ребят к различным ситуациям на выездах. Это помогает избегать и оперативно решать возникающие проблемы в процессе самой работы. Работ очень много. В основном это, как я сказала, благоустройство памятников, большая работа по благоустройству в городе Мелитополь, а также на арт-кластере Таврида ребята будут подготавливать территорию для творческих людей со всей страны. Первый визной этап пройдет уже сегодня. Ребята отправляются в Белогорский район. Каждый отряд получил путевку для участия в акции на объекты, где будет трудиться на протяжении 10 дней. «Снежный десант РСО» – одна из лучших добровольческих патриотических акций страны. В Крыму она проводится с 2018 года и уже объединила более 2000 студентов. Каролина Лазарева, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.